Сегодня вся страна вспоминает самый трагический день в истории ныне живущего народа. 22 июня 1941 года началась война, которая коснулась каждой семьи, каждого человека. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Сегодня ровно в 4 утра, в тот час, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, на аллею славы пришли десятки людей. В это тихое утро не звучали речи, но каждый задумался о том, какую цену заплатил наш народ, отстаивая свободу своей родной земли. Среди тех, кто пришел, были люди разных возрастов, профессий, интересов. Но всех их объединяет День памяти и скорби.